Технологии для съемок фильмов могут помочь онкологическим больным. Сегодня в Кемерове продемонстрировали операцию по удалению опухоли, в которой использовали 3D-очки. Новый взгляд на проблемы в хирургии в репортаже Дарьи Швидкой. Вместить десятки человек в операционную невозможно. Поэтому для того, чтобы рассмотреть уникальную технологию в деталях, сделали прямое включение из больницы Подгорбунского. Зрители – врачи-урологи из кузбасских больниц. Вот вам щиточник увидели. Вот он. Так, сейчас еще отведем. Медики по ту сторону экрана тоже в очках. Они видят органы человека в 3D-объеме на протяжении всей операции. Премьерную технологию и оборудование в Кузбасс привезли из Москвы и Санкт-Петербурга. Пользоваться такими камерами в России начали всего 3 года назад. Метод разработали в Германии. Это технология, которая позволяет как бы находиться внутри человека и в объемном варианте выполнять операцию. То есть лучше видеть сосуды, лучше видеть межсосудистые пространства, клетчаточные пространства. То есть меньше травмировать орган при выделении или при удалении. Времени уходит гораздо меньше. Только за сегодняшний день в первой за Уралом демонстрации 3D-технологии участвовали около 10 пациентов. Один из них – Николай. Еще утром мужчина был на операционном столе. Уже сейчас разговаривает с доктором и дает интервью. Конечно, побаливает после операции еще. Ну, как хирург сказал, это все так должно быть. Уже на следующей неделе Николая должны выписать. Сейчас такие операции в Кузбассе – счастливый лотерейный билет. Чтобы делать их постоянно, необходимо дорогое оборудование. Когда оно появится – неизвестно. Наверное, вот эти шаги этой конференции, в том числе обращение, мы обращаемся к специалистам, обращаемся, в принципе, к общественности, к руководителям. Они тоже присутствовали, и наш руководитель смотрит, и как это в зал транслируется. Все, мы этим привлекаем внимание, вызываем интерес. И, наверное, это один из шагов. К чему это приведет, мы надеемся, что это все равно когда-то, через какое-то время созреет решение, оно реализуется. С такой технологией за 2 дня познакомят сотни кузбасских хирургов. Здесь Анжеро Суджинск, Ленинск, Кузнецкий, Белово и еще около десятка городов. Антон Чубатов с коллегами приехал из Новокузнецка. С дороги даже отдохнуть не успел. Сразу на конференцию. Я первый раз вообще, в принципе, такое вижу, такую визуализацию, да. И, ну, отличие есть, когда тем более HD-формат, да, то есть такой четкости добиться очень, ну, это очень здорово, конечно. Молодым специалистам не только красочно рассказывают о новой технологии, уже завтра их научат также оперировать, почти как в кино. Дарья Швидкая, Роман Абдрахманов, новости здесь, Кузбасс.